бас авиационных двигателей сегодня могли слышать жители Ленинского района Иркутска, а в небе плели сложный узор боевые самолеты. Над авиазаводом провели тренировочные полеты летчики пилотажной группы «Русские Витязи». Шестерка многоцелевых истребителей Су-30СМ продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Тем, кто в районе 13 часов 38 минут оказался в районе 2-го Иркутска, повезло наблюдать за слаженными действиями экипажей. Впрочем, уже в субботу, 24 августа, авиашоу смогут увидеть все желающие. В 13:00 состоится воздушный парад в честь 90-летия Иркутского авиазавода. В небо поднимутся гражданские МС-21, учебно-боевые Як-130 и, конечно же, сушки, за штурвалами которых русские «Витязи». Стоит отметить, что это единственная пилотажная группа в мире, которая летает на серийных самолетах. Кстати, машины воздушных асов – детище иркутских авиастроителей. Именно эти Су-30СМ сошли со стапелей завода в 2018 году.